Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную теплую шапочку с отворотом. Я комбинировала два узора. Это резиночка 2х2 и узор плетенка. Шапочка достаточно плотная, связана на обхват головы 54-56 сантиметров. Вы же можете связать на обхват головы, увеличив данную шапочку. Допустим, на 56-58 вам нужно добавить один раппорт узора, составляющий всего лишь 4 петельки. То есть к моим петлям, к наборочному краю, нужно добавить 4 петли. Если же хотите уменьшить, к примеру, 52-54, то, соответственно, отнимаете этот раппорт узора, то есть минус 4 петельки, и вяжете данную шапочку. Также вы можете варьировать высоту шапочки. Убавление я буду делать только лишь в перекрещенных рядах, там, где будут, скажем так, повороты направо либо налево. И благодаря этому вы сможете уже на месте сориентироваться, если будете делать шапочку поглубже, либо же наоборот побольше, поменьше. Вот, вы будете уже знать, как мы будем делать убавление. И если даже она у вас будет, допустим, на пол раппорта глубже, либо же меньше, вы самостоятельно сможете убавить петельки на макушке. Макушку я делала достаточно аккуратную для того, чтобы шапочку можно было носить без помпона. Помпончик я прикрепила уже готовый меховой покупной. Вы же можете из остатка пряжи, который у вас останется, небольшой моточек, буквально уйдет чуть меньше мотка, вот этот остаточек вы сможете из него сделать уже помпончик из пряжи. Кому понравилась шапочка, обязательно лайкайте, выбирайте любимый цвет пряжи и вяжите вместе со мной. Для вязания я буду использовать пряжи фирмы Ализе, серия называется Lana Gold. Здесь 240 метров в 100 граммах, полушерстяная пряжа синего цвета. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Под данную пряжу я буду использовать спицы круговые номер 3,5 для вязания резиночки и номер 4,5 для основного вязания. Возможно, вы вяжете туго, то тогда лучше вам для вязания основного узора взять на размер, а то и два, больше спицы, для того, чтобы у вас было более рыхлое вязание и не сузилось после резиночки, скажем так, более в тугую вязку. Также нам понадобится спица для перекрещивания жгутиков. Вы можете ее заменить на обычную чулочную спицу такого же размера, как и основные спицы номер. Вот, и также нам понадобится крючок и ножнички, это для того, чтобы спрятать хвостики ниточек. Возможно, вам будет удобнее воспользоваться иголочкой, то, соответственно, замените крючок на иголочку. Для начала вязания нам нужно набрать число петель, кратное 4, то есть чтобы делилось на 4. И плюс одну петлю нам нужно для замыкания вязания в круг. Она у нас сократится после замыкания в круг, и далее останется нужное количество петель, кратное 4. Так как я давно вяжу из данной пряжи и данным номером спиц, то для нужного мне размера я набираю 96 петель, которые отлично делятся на 4, и плюс одну петлю для замыкания вязания в круг. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу для того, чтобы не были растянутые края, и затем приставляю вторую спицу и набираю еще 95 петель. Наши петельки набраны, далее достаем свободную спицу, на которой нет начальных вот этих двух набранных петелек. Далее берем спицы таким образом в руку, чтобы у нас начальные набранные петельки были в правой руке, и подтягиваем их к краю спиц. Затем в левой руке у нас была, скажем, последняя вот эта набранная петелька с рабочей ниточкой в левой руке. Теперь мы берем, подтягиваем таким образом петельки и смотрим, чтобы у нас не была перекрученная наборочная косичка, чтобы вязание в итоге не пошло у вас восьмерочкой. И если вы присмотритесь, то с этой стороны у нас вот такие вот зубчики наборочной косички, а с этой стороны красивая идет ровная гладкая косичка. Вот чтобы она у нас оказалась потом при отвороте шапочки на лицевую сторону, у нас оказалась вот эта красивая сторона, она у нас сейчас должна быть с внутренней стороны. Далее, для того, чтобы сократить вот эту лишнюю набранную петельку и замкнуть вязание в круг, нам нужно найти начальные 2 петли и перекидываем к последней набранной петельке первую набранную. У нас получается как бы рассоединение первой и второй петельки наборочного края. Далее вот эту лишнюю петельку мы перекидываем на только что переодетую петлю и петлю возвращаем обратно. И у нас вот эта лишняя петелька сократилась таким образом, оказавшись между первой и второй набранной петлей. Далее вот эти хвостики от рабочей нити мотка и вот этот хвостик наборочного края мы тянем вот так вот, затягивая как бы эту петельку. Далее отправляем хвостик к рабочей ниточке и все оставляем за работой. Ряд у нас замкнут в круг,
косичка не перекрученная, и, соответственно, будем провязывать первые где-то 4-6 петелек в 2 ниточки. Это для того, чтобы спрятать хвостик ниточки в работу. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой, это распределение на резиночку 2 на 2. Вяжем первые 2 петли лицевые, далее третью и четвертую изнаночные. Снова пятую, шестую это 2 лицевые, седьмую, восьмую это 2 изнаночные. Все, хвостик я завязала, бросаю вот этот коротенький краешек и далее продолжаю вязать только лишь длинной нитью от мотка. И продолжаю чередовать то 2 лицевые, то 2 изнаночные до конца этого ряда. Ряд должен закончиться вот здесь, где вы начали вязать 2 лицевые. Можете отметить это место булавочкой либо маркером для того, чтобы знать, где у вас начало и конец ряда. Он у меня хорошо виден, поэтому я здесь не буду ничего отмечать. Вот, и ряд у нас должен закончиться на 2 вот этих последних петельках. Если они закончатся у нас 2 изнаночными, значит ряд вы связали правильно. Довязали до конца ряда, ряд закончился 2 изнаночными, распределили резиночку правильно. Далее мы повторяем вот этот первый ряд до ширины нужной нам резиночки. При этом лицевые я буду вязать за ближайшие стеночки. Будьте внимательны при вязании второго ряда, чтобы провязывали за 2 петельки. Далее изнаночные я буду вязать за дальние полупетельки, вот эти стеночки, для того, чтобы при отвороте у меня красивой косичкой ложилась рисунок резиночки и с лицевой, и с изнаночной стороны. Еще раз повторюсь, лицевые за ближайшие стеночки над лицевыми, изнаночные над вот этими дальними стеночками я провязываю изнаночные. И снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные до нужной ширины. Ширину резиночки я буду делать не менее 7 сантиметров. Я люблю пошире, когда отворачивается, она такая получается красивая, пышная. Вот. Если вам хочется поуже сделать, соответственно, делаете поуже. Я буду провязывать около 19 рядочков. Я начала сейчас вязать второй ряд, соответственно, свяжу еще, довязав этот ряд, 17 рядочков. Затем я вам покажу, как нам сделать красивый отворотик для того, чтобы он был как бы такой вот зафиксированный и хорошо лежал. Связав ширину первой части в 19 рядочков, я перехожу на вторую часть вывязывания резиночки. Она у меня будет немножечко уже, где-то около 15 рядочков, и вязать я ее буду следующим образом. В начале ряда, там где у нас идут 2 лицевые, я над ними вяжу за ближайшие стеночки 2 изнаночные. Далее, там где 2 изнаночные, я вяжу 2 лицевые за дальние стеночки. Снова 2 изнаночные. 2 лицевые, то есть я меняю, над лицевыми вяжу изнаночные, а над изнаночными лицевые. И таким образом мы сделали смещение на пол раппорта, то есть мы начинали с 2 лицевых, а теперь начинаем ряд с 2 изнаночных. И буду вязать вторую часть, распределив петельки уже, скажем, со смещением в первом ряду. Еще 14 рядочков я буду вязать такой же резиночкой, но уже со смещением. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Только лишь вот этот ряд до конца я провяжу со смещением, а следующий ряд я буду вязать по рисунку. И теперь уже над смещением, над лицевыми вяжу лицевые, над изнаночными изнаночные. Итак, я провязала вторую часть после отворотика, и у нас получилась четкая линия изгиба. Если мы сейчас вот так вот сделаем отворот по линии перехода петелек со смещением резиночки, то у нас получится четкий отворот, который будет хорошо держаться. И, как вы видите, вторая часть отворота у меня немножечко уже. Я связала не 15, а 16 рядочков. Я вязала, и получилось, что, просчитав количество рядочков, я связала 16. Я не стала распускать этот один рядочек. Вы можете связать 15-16, в принципе, значения не имеет. Сейчас мы переходим на спицы большего размера и будем добавлять петельки. Начальные 2 петли у нас идут 2 изнаночные, затем 2 лицевые. Вот он наш раппорт узора из 4 петелек. На 4 петлях мы должны будем сделать 2 прибавления, чтобы получилось в итоге 6. Как мы будем делать? Смотрите, мы переходим на лицевые петли, то есть все время в этом ряду у нас будут лицевые петельки. При этом между первой изнаночной, провязывая первую лицевой, мы делаем прибавление с помощью накида, то есть делаем лицевая, накид и лицевая.
это над изнаночными. А над лицевыми мы будем делать прибавление следующим образом. Первая лицевая провязываем, далее поднимаем промежуточек вот между первой и второй лицевой, одеваем его и за дальнюю стеночку провязываем лицевой. И вторую лицевую просто довязываем. Так у нас из 4 петелек получилось 6. Над двумя изнаночными лицевая, накид, лицевая, а над двумя лицевыми лицевая, прибавление, лицевая. Повторяем. Лицевая, накид, лицевая. Далее лицевая, промежуток поднимаем, делаем прибавление, также провязываем за дальнюю стеночку лицевой и лицевая. Почему я предлагаю делать таким образом прибавление, то есть чередуя то прибавление, то накид между петельками, для того, чтобы у нас, если будут вот такие только лишь прибавления, ряд сузится, то есть будет, скажем так, сужаться вот эта ширина. А если будем постоянно делать накиды, то слишком будет как бы реденько, и при этом прибавления будут слишком такие вот густые волнами. Вот, поэтому я предлагаю вам чередовать. Хотите, можете здесь делать, поднимать промежуточек, провязав изнаночную лицевой, затем промежуточек лицевая и вторую довязываем лицевую вместо накида. Вот, во втором варианте наоборот делать накид, но я буду вот так делать. Между изнаночными провязывать накид. Вот, а между лицевыми я буду делать прибавление с помощью поднятия петельки промежутка. И далее довязываем лицевую. При этом обратите внимание, еще раз повторяю, все петельки у нас в этом ряду лицевые, как над изнаночными, так и над лицевыми петельками. Итак, продолжаем делать прибавление в каждом рапорте двух петелек до конца этого ряда. Итак, мы сделали расширение по петелькам и перешли на спицы большего размера. Теперь в следующем ряду я вам предлагаю вот эти накиды, которые мы прибавляли между изнаночными петельками, провязать также лицевыми петлями. Каким образом это сделать? Мы провязываем первую лицевую над лицевой, далее накид мы провязываем за дальнюю стеночку перекрещенной лицевой и далее довязываем вторую лицевую. Далее у нас было лицевая прибавление, лицевая из промежутка прибавления. Там мы просто провязываем лицевые. Снова лицевая над изнаночной у нас была, мы над ней провязываем лицевую. Накид провязываем перекрещенной лицевой петлей за дальнюю стеночку и довязываем вторую лицевую петлю. То есть все петельки лицевые в этом ряду, просто накиды мы провязываем за дальние полупетельки перекрещенными лицевыми. Если вы делали накид не от себя, как я делала, а на себя, тогда вы провязываете за передние полупетельки. При этом у вас также получится перекрещенная провязанная петля из накида. И все, все петельки лицевые, провязываем этот ряд до конца лицевыми петельками перекрещенные накиды. И следующий ряд мы провяжем просто лицевыми петельками. То есть как бы закрепим наши перекрещенные накиды, прибавления. Провязываем, получается, от начала перехода резиночки на основной узорчик ряд с прибавлениями, ряд лицевыми петельками перекрещиваем накиды и третий ряд просто лицевыми петлями. Дошли до четвертого ряда и посмотрите, какая у нас получилась платформочка из трех лицевых рядочков. Мы перешли на лицевую гладь и у нас слишком расширилось вязание. Не пугайтесь, все так и должно быть. Это нам нужно для того, чтобы шапочка не получилась стянутая на основном узорчике. Теперь в четвертом ряду мы переходим на первый ряд с перекрещиваниями. Для этого нам понадобится вот такая спица, либо спица чулочная, на которую мы отправляем первые три петли четвертого ряда. Вот таким вот образом. Оставляем их за работой. Далее следующие три петельки провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И возвращаем с дополнительной спицы. Можете переодевать на основную рабочую спицу. Можете с дополнительной спицы. Переснимаем, провязывая лицевыми, первые три петли, которые оставляли за работой. Таким образом, мы сделали первое перекрещивание с наклоном в правую сторону. Желательно перекрещивание делайте свободными петлями для того, чтобы не сильно стягивать наше вязание. Затем первый раппорт готов. Второй раппорт повторяем. 3 петли оставляем за работой. Это уже получается 7, 8 и 9 петля 4 ряда. Далее следующие 3 петельки провязываем лицевыми на рабочую спицу. Подтягиваем с дополнительной спицы оставленные 3 петли. Вот так вот аккуратненько. И провязываем их также лицевыми поочередно на рабочую спицу. То есть повторяем второй раз то же самое, что сделали в первый раз. Снова у нас получилось
6 петелечек перекрещивания в правую сторону или 6 петель наклон вправо. Далее снова повторяем такой же наклон вправо из 6 петель. 3 петли оставляем за работой на дополнительной спице, провязываем следующие 3 петли лицевыми на рабочую спицу, подтягиваем с дополнительной спицы петельки и провязываем их поочередно лицевыми. Сделали перекрещивание третий раз в правую сторону. Итак, мы будем делать перекрещивание до тех пор, пока не дойдем до конца ряда. Вот так вот. 3 петли за работой. Оставили. Следующие 3 петли провязали лицевыми. Запомните, что у нас все петли вяжутся лицевыми. Никаких изнаночных петель у нас в вязании не будет. И далее 3 петли с дополнительной спицы, оставленные за работой, провязываем на рабочую спицу. Так мы сделали четвертое перекрещивание. Вот так делаем до конца, пока не закончатся все петельки четвертого ряда. Связали до конца ряда перекрещивание с наклоном в правую сторону, и для удобства я отметила начало-конец ряда маркером. Мне так будет удобнее, потому что перекрещивать рисуночек, скажем, удобнее видеть, чтобы каждый раз не ссылаться на вот эту ниточку. Теперь следующие 3 ряда, это получается 5, 6, 7, мы провяжем просто лицевыми петельками, как и вязали здесь платформочку, только без прибавления. Итак, начиная с первой петельки, мы провязываем все петельки за ближайшую стеночку, как и прежде при круговом вязании. Я буду вязать лицевые, вот так вот, за ближайшую полупетлю. Это получается у нас сейчас начинается пятый ряд лицевыми петельками, далее шестой ряд, седьмой ряд. И все, 3 ряда мы провяжем просто лицевыми, как вязали первый, второй и третий ряд. Еще раз повторюсь, только без прибавлений, накидов, просто лицевыми петлями. Довязали до конца седьмой ряд, и теперь в восьмом ряду мы снова сделаем ряд с перекрещиваниями. Но перекрещивания у нас уже будут с наклоном в левую сторону. Для этого нам понадобится снова для перекрещивания жгутика вот такая спица. Вот, и начинаем мы вязать восьмой ряд. Первые 3 петельки мы пока провяжем просто лицевыми. 1, 2, 3. Далее, следующие 3 петельки мы переносим на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Далее, следующие 3 петельки, это получается 7, 8 и 9 петля 8 ряда, провязываем лицевыми петлями. Далее, подтягиваем с дополнительной спицы оставленные петельки и провязываем их также лицевыми. Далее, снова повторяем 3 петельки на дополнительную спицу. Оставляем их перед работой. Следующие 3 петельки мы провязываем лицевыми на рабочую спицу. Затем подтягиваем оставленные 3 петельки с дополнительной спицы и провязываем их также лицевыми на рабочую спицу. То есть в начале ряда мы с вами сделали просто 3 лицевые, а затем стали делать перекрещивания. Вот такие перекрещивания с наклоном в левую сторону мы делаем до конца этого ряда. 3 петли оставили перед работой, следующие 3 петли провязали лицевыми петельками, затем с дополнительной спицы подтянули петельки и провязываем их также лицевыми на рабочую спицу. Хотите, еще раз повторюсь, можете переснимать с дополнительной спицы на рабочую левую петлю. Но, честно говоря, мне очень удобно делать перекрещивание именно с дополнительной спицы. И все. Мы вот таким вот образом оставляем перед работой каждые 3 петельки. Следующие 3 петельки мы провязываем лицевыми, и эти с дополнительной спицы провязываем также лицевыми. И все. Практически делаем до конца ряда. В конце ряда я вам покажу, что мы будем делать для того, чтобы закончить восьмой ряд. В конце восьмого ряда у нас остаются 3 лишние петельки. В начале ряда у нас были просто провязанные 3 лицевые петли. Вот эти 6 петелек в начале 3 и в конце 3 в ряду нам нужно перекрестить с наклоном также в левую сторону, как и делали весь ряд. Поэтому 3 последние петли ряда мы переносим на дополнительную спицу, оставляем также перед работой, а 3 петли следующего ряда в начале мы провязываем лицевыми. Далее с дополнительной спицы мы провязываем также последние 3 петельки, перенесенные с дополнительной спицы лицевыми на рабочую спицу. То есть мы сделали такое же перекрещивание, как и делали. И при этом у нас получилось непрерывное вязание основного узора.
Теперь, смотрите, ряд у нас не меняется. Как начинался он здесь, так и начинается. Вот, и мы сейчас, получается, провязали первые 3 петли следующего ряда. Но при этом раппорт узора нашего, он уже окончен. То есть вот эти 8 рядочков будут повторяться все время. Единственное исключение, это в первом-втором ряду, как вы помните, мы делали прибавление с перехода резиночки на основной узорчик. А в следующем ряду мы перекрещивали накиды. Вот это заменяет нам просто 3 ряда лицевыми петлями. То есть 3 ряда лицевыми петлями, наклон в правую сторону в четвертом ряду, 3 ряда лицевыми петлями, наклон в левую сторону в восьмом ряду. При этом в начале восьмого ряда мы будем провязывать 3 лицевые петли, а в конце восьмого ряда перекрещивать вот эти 3 лицевые петли начала ряда и конца. Вот, точно так же в левую сторону. Затем снова мы переходим на провязывание 3 рядочков просто лицевыми петельками. Наклон в правую сторону делаем. Наклон в правую сторону мы делаем с дополнительной спицей, оставляя первые 3 петельки за работой. Далее провязываем снова 3 ряда, то есть получается 5, 6 и 7. В 8 ряду делаем снова перекрещивание в левую сторону. При этом мы оставляем на дополнительной спице 3 петли и перед работой. Не забывайте, в начале восьмого ряда провязываем просто 3 лицевые петли для того, чтобы не, скажем, менялась здесь какая-то система. У вас просто будет вот такое вот перекрещивание начала и конца восьмого ряда. Все остальное вяжется одинаково. Мы постоянно чередуем лишь только эти 8 рядочков, раппорт, высоту. Я думаю, что здесь ничего сложного. В принципе, узор достаточно простой. И если вы сделаете вот такой вот отворотик, как мы делали с вами при провязывании резиночки. Вот у нас получается ряд перехода. Сейчас пока не очень удобно сделать, так как у нас слишком мало провязано узорчика. Но при этом уже четко видно, там, где у нас резиночка, идет уже переход на узор, и при этом начало вот здесь вот узорчика, благодаря тому, что ширина второй части отворота уже, она прячется просто за внешний отворотик. Вот так. И получается достаточно красиво. Теперь нам нужно будет повторять вот этот узорчик плетеночки до тех пор, пока мы не начнем закрывать петли для макушки. До убавления макушки я провязала 3 неполных раппорта. Третий раппорт я не довязала последний восьмой ряд. Именно где-то с 2/3 провязанных шапочки общей высоты мы начинаем делать убавление макушки где-то на 1/3 шапочки. Как раз таки в восьмом ряду у нас идет первое убавление, и убавление мы будем делать только лишь в тех рядах, где будет перекрещивание, то есть в четвертом и восьмом чередуя вот эти только лишь ряды. Промежуточные 3 ряда лицевых петель так и будут оставаться у нас 3 ряда лицевых петель. В начале восьмого ряда 3 первые петельки у нас должны провязаны быть просто 3 лицевые. Мы делаем сразу же в начале ряда убавления. 2 первые петельки провязываем вместе одной лицевой и вторую довязываем просто лицевой. Далее, что мы делаем? Мы должны будем делать перекрещивание с наклоном в левую сторону. Для этого нам нужна дополнительная спица, на которую мы переснимаем следующие 3 петельки и оставляем их на дополнительной спице перед работой. Дальше, за работой, следующие 3 петельки мы с вами провязывали просто 3 лицевые. Сейчас мы делаем убавление, провязывая первую и вторую вместе одной петлей лицевой. И далее третью петлю просто довязываем как вторую лицевую. Вот так, убавление и лицевая. Далее с дополнительной спицы 3 петелечки провязываем поочередно 3 лицевые без изменения. Далее снова повторяем 3 петли, переносим на дополнительную спицу и оставляем перед работой. За работой 3 петельки мы провязываем точно так же, как и в первый раз. Убавление, первая, вторая петля вместе одной лицевой. И далее третья петелька, провязываем ее второй лицевой. То есть у нас за работой делается убавление. Оставленные петли перед работой мы без изменения довязываем просто 3 лицевые петли. То есть у нас получается перекрещивание с наклоном в левую сторону, но уже раппорт составляет 2 петли за работой провязанные и 3 петли перед работой, перенесенные с наклоном в левую сторону. Вот так повторяем до конца этого ряда. 3 петли перед работой, 2 петли за работой провязываем вместе одной лицевой и довязываем третью лицевую просто как одну
лицевую. Далее переносим с дополнительной спицы на основную спицу петли, провязывая каждую из трех петель лицевой. В конце ряда у нас остается 3 петли этого ряда в конце, и в начале мы сделали убавление, 2 петельки осталось. Мы точно так же делаем перекрещивание с наклоном в левую сторону. Для этого переснимаем последние 3 петли ряда и оставляем их на дополнительной спице перед работой. Те 2 петли за работой просто провязываем лицевыми. Можно было бы сделать убавление именно вот здесь, но я считаю, что мне кажется удобнее сделать все-таки убавление в начале ряда. Вот. И затем, провязав те 2 петельки за работой, перед работой, переносим на рабочую спицу 3 лицевые петли. Вот так вот, провязывая лицевыми с дополнительной спицы. Теперь 3 ряда мы вяжем просто лицевыми петельками, как бы мы вязали начальные 3 ряда следующего раппорта. В четвертом ряду раппорта мы делаем наклоны в правую сторону, поэтому так и начинаем делать наклоны. 3 петелечки мы оставляем за работой на дополнительной спице, 2 петли оставшиеся провязываем перед работой, ничего не меняя, но за работой мы сейчас будем делать убавление. Точно так же первую, вторую лицевую провязываем вместе одной лицевой, делаем убавление и довязываем третью лицевую просто. То есть у нас сейчас перекрещивание пошло не 6 петелек, а 4. То есть 2 перед работой и 2 за работой. Повторяем. 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой. Далее перед работой провязываем 2 петельки. И за работой, возвращая петли на рабочую спицу, с дополнительной спицы провязываем первую, вторую вместе одной лицевой. И довязываем одну лицевую сюда же. То есть делаем перекрещивание и параллельно убавление за работой. Обратите внимание, что в первый раз и во второй раз мы делаем убавление только лишь за работой, независимо от того, на дополнительной спице петли или на рабочей спице. Снова за работой оставляем на дополнительной спице 3 петли. Перед работой у нас 2 петельки оставшиеся, мы их провязываем. И с дополнительной спицы, возвращая петли лицевыми, провязываем убавление 2 петли вместе и довязываем третью петельку одной лицевой. И у нас получается в раппорте сократилось до 4 петелек. После ряда с перекрещиваниями 4 оставшиеся петельки раппорт узора мы вяжем 3 ряда до следующего ряда перекрещивания. Довязав до конца 3 ряда просто лицевыми петельками, в начале следующего ряда у нас должен быть наклон в левую сторону. Поэтому, когда мы делаем наклон в левую сторону, мы провязываем просто первую часть условного жгутика из 4 петелек, мы провязываем просто половинку, то есть 2 лицевые. Но так как это ряд с убавлениями, то мы 2 вместе провязываем одной лицевой, то есть вторую половину мы убавляем. Далее берем спицу дополнительную, на которую мы сейчас переодеваем петельки и оставляем перед работой. 2 петли оставили на дополнительной спице перед работой. За работой 2 петельки мы сокращаем в одну, то есть делаем убавление, провязываем 2 петли вместе. То есть вторая часть у нас 2 петли вместе, как мы провязали в начале ряда. Вот так. Далее с дополнительной спицы мы переносим петельки на рабочую, провязывая поочередно лицевыми петлями. Сейчас раппорт узора составляет всего 3 петельки. 1 за работой и 2 перед работой. Снова 2 перед работой отправляем на дополнительную спицу. За работой 2 петельки мы провязываем одной лицевой. Это будет делать не очень удобно, честно говоря, но вы постарайтесь. Вот, делаем убавление, и все, у нас всего за работой было 2 петельки. Мы убавили в одну, далее провязываем со спицы дополнительной поочередно 2 лицевые петельки. То есть начальные петли, здесь которые ближе к нам, наклон влево делаем, мы их не трогаем, а за работой снова убавляем одну петельку. Опять поворачиваем к себе удобно, и 2 петельки первые переснимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. За работой 2 вместе провязываем одной лицевой петлей. Далее 2 лицевые мы провязываем поочередно с дополнительной спицы. Вот так, делаем наклон в левую сторону, при этом уменьшается у нас ширина самого условного жгутика. То есть теперь раппорт узора, еще раз повторяюсь, 3 петли. Перед работой оставили 2 петельку первую часть. Вторую часть за работой мы провязываем убавление вместе. Одну и вторую петельку одной лицевой.
И далее с дополнительной спицы подтягиваем петельки и провязываем лицевыми. Вот так мы чередуем до конца ряда. Следующие три ряда мы провяжем просто лицевыми петельками до следующего ряда перекрещивания. Провязав три ряда просто лицевыми петельками, в четвертом ряду мы снова делаем перекрещивание и параллельно делаем убавление. Начальные две петельки ряда мы переносим на дополнительную спицу и оставляем за работой. Далее у нас остается всего лишь одна петелька. И за работой мы сейчас провязываем также убавление. Две вместе петли, одной лицевой. И у нас получается лицевая с перекрещиванием в правую сторону, и сзади осталась одна лицевая убавление. Снова переносим на дополнительную спицу, оставляем за работой 2 лицевые петельки, затем 1 лицевая и 2 за работой мы провязываем с убавлением, то есть 2 вместе. Вот так. Далее снова 2 за работой, 1 лицевая, 2 вместе, те, которые за работой с дополнительной спицы. То есть мы убавляем снова за работой петельку. И у нас остается из всего раппорта узора 6 петелек всего лишь 2 петли. Вот так. 2 петли за работой и лицевая петля. Далее убавление на дополнительной спице за работой. И так провязываем, чередуя до конца этого ряда. Довязав до конца ряда перекрещивания, делаем 3 ряда следующие просто лицевыми петельками, как мы делали все вот эти вот промежутки между перекрещиваниями. И далее в следующем ряду я предлагаю вам все петельки провязать попарно, то есть по 2 лицевые каждые 2 петельки вместе. Вот так. Раз, затем второй раз, третий раз и так далее, пока не дойдете до конца ряда, сократив петельки ровно в 2 раза. Для удобства я переодела спицы уже с тросиком покороче. Абсолютно не важно, что они меньшего размера, но мне просто так удобнее. Хотите, можете по желанию сменить спицы на чулочные, если вам так удобнее. После ряда убавлений я предлагаю вам один ряд провязать просто лицевыми петельками, а следующий ряд снова провязать попарно, как мы вязали предыдущий ряд. После второго раза провязывания попарно все петельки провяжите еще один ряд лицевыми петлями. То есть получается последние 4 ряда это по 2 петли провязанные вместе первый ряд, затем лицевые петли второй ряд, третий ряд по 2 провязанные вместе и четвертый ряд последний провязанные просто лицевые петельки. У меня сейчас по кругу осталось всего 12 петель, можно было бы еще третий ряд сделать попарно провязав петельки, но мне кажется, что 12 петель это мало. И поэтому, провязав лицевой ряд, я сейчас просто предлагаю вам одеть шапочку на голову, посмотреть, как она сидит. Если вам нужно еще глубины, то, соответственно, вам придется вот здесь вот еще, скажем так, чередовать большее количество провязывать рядочков между убавлениями. Вот. Если же вам подходит, мне такая, скажем так, шапочка подходит по размеру, который я хочу связать, вот, то я сейчас просто отрезаю ниточку вот эту, вдеваю ее в иголочку и буду нанизывать по всей окружности оставшиеся петельки на рабочую вот эту ниточку с иголочкой. Нанизывать петельки я буду точно так же, как и вязала по часовой стрелке. И переодеваю вот так вот постепенно по одной петельке на иголочку с одной стороны, затем подтягиваю я спицу с другой стороны. Вот. И точно так же переодеваю по одной петельке. Слишком сильно не вытягивайте ниточку для того, чтобы у нас осталась в начале нанизывания петля. Я сейчас покажу, что мы с ней будем делать. Вот так нанизывали и убираем полностью спицы с работы. Когда вы будете продевать вот так вот все петельки на иголочку, у вас остается вот она петля от рабочей нити. Вы хорошо подтягиваете, при этом петелька у нас получается затягивает отверстие на макушке, вот так. Мы берем ее хорошо вот так вот натягиваем и пропускаем сквозь эту петельку еще раз иголочку. И образовываем новую петельку с помощью протягивания вот так вот хорошо. Протягиваем вот эту рабочую ниточку. Стягиваем до тех пор, пока у нас не останется вот здесь вот никакой дырочки.
Вот и все. Теперь затягиваем хорошо вот эту рабочую нить. Я продеваю еще буквально пару раз для того, чтобы хорошо затянуть ниточку. Вот. И все, вытаскиваю на изнаночную сторону и прячу ниточку. У нас получилась достаточно аккуратненькая макушка. Вот эту ниточку я продеваю на изнаночную сторону. И здесь у нас получается вот такое красивое отверстие. При этом, ой, никакого отверстия. Вот, при этом шапочка выглядит на данном этапе вот таким вот образом. После вторичной тепловой обработки она будет более ровная, более аккуратная. Вот, и нам остается лишь только присоединить помпончик. Я помпончик буду присоединять уже готовый меховой. В макушечку продену вот эту петельку и завяжу его. Получится вот такая шапочка. Я надеюсь, что у вас получилось, было все понятно и понравилось. Конечно же, не забывайте лайкать. Спасибо, что оставались на моем канале. Также нажимайте на колокольчик под видео для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Ровных петелек. Пока-пока!